картина, а ниже рельефное такое скульптурное изображение этой картины. Но я получил из Словакии карикатуры, которые сделаны для слепых. То есть вот это вот карикатуры впервые, наверное, в мире сделали именно словацкие друзья карикатуры для слепых. Я такого еще нигде никогда не видел. Ну, а теперь дальше я немножко расскажу о выставке, которая здесь представлена, которая называется «Перемогли Гитлера», Гитлера с маленькой буквы, «Золайба» и «Гутлера», «Гутлера» с маленькой буквы. Этот конкурс проходил в Киеве, и было открытие выставки, был шикарный концерт. И вот сейчас эта выставка приехала сюда. И надо сказать, что победители этого конкурса оказались совершенно неожиданные для нас, потому что победителем оказался россиянин, то есть Гутлера, получается, украинские карикатуристы, ну, мягко говоря, не любят, ненавидят, и вот эта вот ненависть, она, видно, помешала таким твердым, трезвым взглядом взглянуть на господина Путина. А вот российскому художнику Виктору Богорату удалось. Ну, если коротко об этой карикатуре сказать, это когда просыпается Вова Путин в постели, и у него сумасшедший взгляд, он смотрит в окно, а там за окном все желтое домой.